эстраде мы идем, и в головах наших ветер, но мы вам споем. Как в кривом зеркале живем, всеми дружно, и если нужно, мы для вас шуток наберем. А если вы заскучали, так то не беда, мы постараемся всегда рассмешить вас, эх, раскачать вас, ох, засмеяться, эх, подтянуться и встрепенуться, не разозлиться и удивиться, всем помириться, водки напиться. Ой, чё-то не то я. И в головах наших ветер, но мы вам споем, как в кривом зеркале живем. Мы покажем, мы расскажем, мы сыграем и притом улучшим вам настроение, мы это могем. И главное, весело живем. Вчера матрёна певицу смотрела одну по телевизору. Ага, и чё? Она так интересно танец живота показывала. Да ты чё? Ага. А ну-ка, покажи. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Мне кажется, это ты не очень животом как-то делаешь. Да? Хотя уж красиво, мне нравится. Подключайся, старушка. Давай. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Налево, направо, кругом уположался, как фамилия. Молчать! Смирно! Ноги вместе. А мне плевать, что кривые. Вместе. Рот на ширине плеч. Это у тебя рот такой или плечи? Носочки подтяни. Значит так, бабушки. У меня для вас отличные новости. Вы сегодня же отправляетесь на сборы. Чего? Ну какие сборы, сынок? За грибами, что ли, имеешь в виду? За какими грибами? Куда синий, рыжий, серой, сухой, мохнатый. Сам ты мохнатый, сморчки. За какими грибами-то? Это военные сборы, понимаешь? О, военные. Это не перепутал. Так, это вы не к нам. Не туда пришел. Мы же не военные. Что значит не военные? А кто ж пойдет? Ты что, молодые, что ли? Парни. Посмотри, какие молодые, они худые, кривые, косые, больные. От армии косяк справки достают. Никто служить не хочет. Сына, мы же старенькие. Конечно, ты старенькие. Старенькие. А когда я сюда пришел, плясали, как две молодые козы. Бананы, кокосы. Оставить! Костями гремите в блоке НАТО, слышно. Значит так, бабушки. Сегодня же отправляетесь в часть. Все, 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 ты что здесь? Сынок, я тебя должна предупредить, у меня здесь эрогенная зона. С огнем играешь, сынок. Я тебя умоляю. О, Господи. Отставить! Вы что, с ума сошли, что ли? Yes. Военные сборы. Серьезная вещь. В конце сборов вот тебе, бабушка, присвоит очередное звание. Погоди. Стало звание присвоит мне. Погоди, тут стоп. Извини, пожалуйста. А что ж такое получается? Если раньше все ее звали Клячей. Да. Чего? Погоди. Значит, потом ее будут все звать Староклячей, что ли? Нет, потом ее все будут звать бабушка и фрейтор. Подвезло. Подвезло. Че ты обзываешься-то? Ты сам как он звонишь? Че ты мне тут... Да мое звание самое настоящее. Настоящее? Да, полковник. Настоящий. Отставить смех.
Настоящий, не настоящий, а сегодня я для вас инструктор. И буду с вами проходить подготовительные занятия. И запомните, бабки, я из вас сделаю настоящих мужиков. Товарищ полковник, а когда отбой? Действительно. В постель только через мой труп. А я согласна. Отставить. Товарищ сынок, то есть это... Товарищ полковник, вопрос разрешить? Валяй. Ага. Автоматы дадут? Меня тоже интересует этот вопрос сильно. Таким, как вы, автоматы не полагается. Чего? Почему? Сай строй! Будете уничтожать противника голыми. Голыми! Отставить базар! Я говорю, будете уничтожать противника голыми руками! Для начала будем учиться отдавать честь. Ой, не могу, сыночек, ты кого собрался учить честь отдавать? Мы ж это еще в юности проходили, миленькая. Ты извини, конечно, как говорит, ты еще был в животе горошиной. Мы уж флиртовали по-хорошему. Да и был кому отдавать. Тебе чай. Что сюда. Что такое? Что вы там изучали, меня не интересует. Запоминайте, салаги. Честь отдается путем приложения кисти руки к виску головы, вот так. Пустой голове руку не прикладывают. Это что, все что ли? Стой, строй! Да что ж ты врёшь? Это что, все что ли? А что ты еще хочешь-то? А поцеловать? Отстань! Набычилась. Да, давай, начинай, давай. Значит так. Смотри. Показали бы мы тебе, как у нас в деревню честь отдается. Да жалко нам тебе. Конечно, жалко. Чей? Сейчас будем изучать, как надевать эти резиновые, эти... Третьи... Нам не надо, сынок, противогазы. Хотя вам действительно не надо. Ладно, тогда сразу перейдем к рукопашному бою. Значит так. Вот ты, здоровячка, иди сюда. Ну давай, ударь меня, давай. Шибани его. Давай, сядь. Сынок, ты хорошо подумал, сынок. Ты уверен, что тебе это надо сейчас? Давай, давай, ударь меня. Я тебя предупреждаю, я все болевые точки знаю, сынок. Давай, давай, давай. Ну гляди, сам напросился. Объясняю. Удар называется «Поцелуй пьяной бабушки». После энд-удара человек не имеет ее обездвиживаться. А потом сразу падаете. Сразу падаете? Сразу. Вот хорошо, молодец. Все хорошо. Взяла, убила полковника. Давай, ты что делаешь? Что там? Из нее тоже элиту нашей армии. Да ладно, вставай, давай. Что поднимай, ты? Крепенько, давай, что ты? Вставай, вставай. Хороший удар. Бабушка, молодец. Ну тебе эти навыки пригодятся. Пригодятся, встань в строй. Ну почему? Я говорю, встань в строй. Не трогай руками. Пригодятся ли тебе эти навыки для борьбы с дедовщиной? Чего? А вот тут стоп. У меня вопрос к тебе накопился. Это ну, что давай. Такое дедовщина? Это что такое? Ну-ка объясни. Дедовщина? Да. Но это вот когда ты одна, а вокруг тебя много дедов, и все к тебе пристают. А ты чё ты? Ты чё жрёшь, не сказал? Ты что не предупредил? Что ж ты раньше-то не говоришь, мы а? Мы согласны. Следи нас, а то живьём не уйдут. Мы вот тебя отлично. Не боимся. Равняйсь! Смирно! Песню запей! Ой! Солдаты, матросы! Казарменный рай! Стоит только захотеть! Можно и звезды у инструктора с погон! La 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 la
театр. Сержант Цимба по вашему приказанию прибыл. Есть доложить вчерашнюю обстановку? Раз вы ничего не помните. Значит, это... Вы вчера приняли по рации сообщение, что в лесу орудует шайка браконьеров. Вы сразу в лес-то и поехали. На коне. Что за конь? Не, не в пальто. Ну, это серый с яблоками. Где взяли? Так вы на нем сами из города прискакали. Где милицейский УАЗик? А, как всегда, в угоне. Есть доложить, что было дальше, товарищ полковник? Значит, вы слегка, очень сильно пьяный... Ехали по лесу и стукнулись головой о деревянную березу. Она и свалилась. Никак нет, товарищ полковник, не голова, береза. Почему вы были слегка очень сильно пьяны? Фух. Так вы же были на дежурстве. Не-не-не, это лесник решил, что началась незаконная порубка леса. И он стрельнул в вашу сторону два раза, ну, чтобы напугать вас. Нет, товарищ полковник, вы не испугались? Наоборот, открыли ответный огонь из стабильного оружия на поражение. Нет, товарищ полковник, лесника вы не убили, потому что слегка очень сильно упали на него. Вместе с конем. Почему упали, товарищ полковник? Так это же вы у него спросите. У коня? Где закладывают, что было дальше? Значит, лесник убежал, товарищ полковник. Да вы бы его догнали, если б конь не вышел из строя от вашего перегара. Когда вы с ним лежали на земле, морда к морде. Перегорели вы, товарищ полковник. Ну, ну вот, да. Значит, вы с конем пошли, вышли на полянку, а там стоял джип. Вы сели за руль, чтобы догнать лесника. А коня оставили со старушкой, которая собирали грибы. Нет, чтобы старушка не сбежала, вы ее приковали наручниками к коню. На всякий случай дали ей в руки гранату со слегка выдернутой чекой. Кто выдернул чеку? Я не могу знать, товарищ полковник. Ну, наверное, конь. Ну, не старушка же. Да, значит, товарищ полковник, дальше вы на джипе помчались за лесником. А на полянку вышли бандиты, которым принадлежал джип. Товарищ полковник, представляете, как они слегка очень сильно удивились, когда вместо джипа увидели старушку с конем. Они так подошли к старушке и спросили: а где джип? А старушка им показала гранату и говорит: говорит, сынки, у меня слегка выдернута чека. Не оставляйте меня. Мне страшно одной. Стройтесь с места. Брошу у вас эту штучку. Вот так они стоят, товарищ полковник, до вашего возвращения. Вот. Так что, а, минуточку. А теперь, товарищ полковник, разрешите зачитать. Теперь за поимку особо опасных преступников вы награждаетесь ценным призом.
привезенным из Японии мотоциклом с правым рулем. Поздравляю вас, товарищ генерал! Есть! Идти! Спасибо, сынок. Взвод ядрит мою душу в танк. Становись. Я говорю, становись в одну шеренгу. Стоять, раз, два. Налево. Равняйся. Дебилов должна бояться вся Америка. Вы на кого равняетесь, долбочосы? Равняться нужно на меня. Ну а что ты разлегся, как Анна Каренина на грядках? Что, может тебе еще бабу привезти и возле тебя положить, а? Вставай! Йо, гипопотам. Да, стой, все, хватит. Значит так, я вижу... Раздолбаи, что с вами нужно говорить сразу о главном. Значит так, рядовой, шагу вперед. Что написано на заборе нашей части? Там написано «Грабанюк, урод». Правильно. Так вот, чтобы вы знали, что Грабанюк – это я. С этой минуты я ваша любимая мама, папа, ну, а вы мои любимые девушки. Так, значит так, переходим сразу к делу. Значит так, я надеюсь, все видели скульптуру «Иван Грозный разрывает пасть своему сыну». Так это цветочки по сравнению с тем, что вас ожидает. Ясно? Так точно. Так, рядовой. Почему волосы отрастил, как у слона под мышкой? Ну что за прическа, а? Что? Значит, сегодня сделать обрезание. Понял? Так точно, товарищ, дорогой любимый прапорщик. Молодец, вижу, что понял. Батюшки! Батюшки, что это у нас за женское безобразие, а? Уже лапками стучаться, а? А вот ело это безобразие на сосисках и на пиве. Убрать живот. Никак? Никак. Значит так, сынок. Если я завтра увижу тебя опять животом, лично буду принимать роды на спортплощадке, ясно тебе? Так точно, давай. Лично! Понятно?
чтоб не клянусь, ракету сопло поцеловать. Встал в строй. Ох, идиоты. Шагу вперед. Вот это солдат. Вот это молодец. Вот это красавец. За прическу ставлю пятерку. Вот на таких равняться нужно. Вот такие, понимаешь, гордость нашей армии. Ты готов служить нашей родине? Я вон, герр комендант. Летить мой труп через окоп. Ты что, охренел рядовой? Я. Ты что, дебил? Я. Да что меня продуло в три дула? Ты с кем разговариваешь, ты придурок? Их ревендих, мой шат, а за шляхтным музыкантом, он а свой вампирен биттероя. Курка, яйка, он шлохтен, он шляхтен, он офицерен, он автоматен, он фаус патронен, он фордер мерендер, капут биттероя. Кандиха! Минуточку. Кругом. Встать в строй. Фу. Это ж надо. Присылают разных уродов на сборы. А! Я так быстро коньки отброшу. А где ж тут конец? Слышь ты, Бася и Квилёва, ты что на меня с высока так смотришь, а? Что, есть проблемы? Никак нет, ты ж прапорщик. Слышишь ты, козёл жираху не товарищ. Понял? Так точно, товарищ козёл. Слышь ты, боеголовка с ушами, у тебя еще тротил на губах не обсох, чтобы со мной так разговаривать, понятно? Значит так, еще раз кривое слово или кривой взгляд, я твои лишние сантиметры лично обрежу, понятно? И будешь у меня как Чарлин, как его? О боже, Чаплин, ясно? Так точно, смирно. Она присылают разных... Ебонов, понимаешь? А вот и Прибалтика пожаловала. Фамилия, сынок. Рядовой Аванесян. Ага. Все-таки смешные фамилии у этих эстонцев. А почему с чемоданом, что на курорт собрался? Так я тебе тут такой курорт устрою, что тебе мало не покажется. Видишь вот этот плац? Тут по прямой ровно 400-300 метров. Зубную щетку в зубы и будешь чистить меня так каждый день плиточку, что аж гай будет шуметь, понятно тебе, что в чемодане? Коньяк, товарищ прапорщик! Что вы сказал, ефрейтор Аванесян? Целый чемодан коньяка для любимого прапорщика. Вот молодец! Вот молодец! Младший сержант Аванесян! Да мы с такими орлами
Америку натянем, как сапог на голову. Отпидать, товарищ прапорщик. Про пидать мы потом поговорим. Так, отделение. Вот, направо. На полосу препятствий бегом. Марш! Ну, а мы с тобой поговорим о прекрасном, о звездах. Значит, когда я... Я, как военком, могу ответственно заявить, если вы не служили в армии, тогда мы идем к вам! Шутка. Ну, вы уже знаете, что самое главное в армии – это уметь отдавать честь. И вот как это правильно делать, я вам сейчас и продемонстрирую. Итак, где мои наглядные пособия? Вот она, бывшая советская угроза. Дохлики. Что-то какие-то бледные. Больные, что ли? А, ну да, ладно, нормально. Ну что ж, итак, как отдают честь солдаты первого года службы? Салаги! Молодцы! Ну а теперь те же самые солдаты, прослужившие один год. Здравствуйте, солдаты! Теперь как отдают честь дембеля. Здорово, орлы! Ну что ж, а теперь пробежимся по родам войск. Как отдают честь моряки. Моряки-подводники. А как отдают честь в войсках связи? Это что за морзянка такая, а? Ну-ка не морзейте, связисты. Как отдают честь в войсках быстрого реагирования? Для тех, кто ничего не успел заметить, повторяем в замедленной съемке. Как отдают честь
в ракетных войсках. Птичку жалко. Ну, вы знаете, я тут подсчитал, что оказывается 23 февраля по-старому, это 8 марта по-новому. Ну, можете проверить, разница всего в 13 дней, посчитайте сами. Ну, у меня столько же. Значит, женщины дорогие, как 23 февраля встретите, так 8 марта и проведете. Я считаю, вообще, надо бы наших милых женщин тоже поздравить. Ну, давайте сменить форму одежды. Что бы они могли вам подарить? Что ж с вас взять-то? Ну, если с вас взять нечего, тогда давайте попробуем себе представить, что могли бы подарить нашим милым женщинам звезды российской эстрады. Итак, бутылка шампанского от группы «Тату». Я сошла с ума. А теперь мясорубка от Кати Лель. Попробуй, мама, попробуй, чага-чага. Ну что ж, а теперь чайник на газовой плите от группы «Тату». Плите горели мим-дуэт Валерий и Глеб. Надеемся, постоянные гости «Кривого зеркала». Молодцы, ребята! Дуйте отсюда! Цветочек, ну что ж ты делаешь? Нам же артиста объявлять надо, ты уже на ногах не стоишь, а? Ну что, ты где успел-то? Когда успел-то?
Матрён, а? Ты можешь выпить целую бутылку? Ты что, с ума что ли сошла? Конечно, не могу. А Пономаренки могут? И Пономаренки не могут. А Петросян можешь? Да и Петросян не может. Ты что? Вот и я не смогла. Батюшки, батюшки, батюшки. Спокуха, спокуха. Слышь, Святочек, тебе надо закодировать, миленькая. А я хакера найду. Хакера найдешь? А я настучу, и тебя выгонят. За меня внучка заступится. Батюшки, а кто же это у тебя внучка-то? Елена Степаненко! Поехали! Начала организовываться новая альтернативная армия, женская. И вот монолог прапорщика Оксаны Брысь. Она стоит перед строем женщин-солдат и командует. Отдельная имени Анки-пулеметчицы, краснознаменная женская рота особого назначения. Равняй смирно! Отставить. Равняйсь. Это значит видеть грудь четвертого человека. А ты что видишь? Только соседнюю? А ну-ка, высуни голову вперед. Так. Это тебе каждый раз придется высовываться, как козе из-за забора. Внимание! В следующий раз строимся не по росту, а по размеру. Первый, второй, пятый и тем более. Где рядовая Зайцева? М? Что значит приболела? Запомните, в армии бывают только живые и мертвые, но еще средние. Это прапорщики вечером. Так, Лёля, кто разрешал перешивать форму? Лёля, кто? Какое еще декольте на бронежилете? Так, девки, все привыкаем к юбкам. Это вы на гражданке по улицам мотались, как водоросли в пиве. Запомнили, в армии юбка – это женское знамя. Юбка снята, значит, знамя спущено. А враг не дремлет, тут как тут. Я сама в армии из пеленок, в метрике так и записано. Девочка, пол, младший сержант. В графе отец, отдельный мотострелковый полк. Так что плохому вас не научу. Что в голове у тебя беретом прикрыто? А? Прическа? Это думала, там живет Чебурашка-ниндзя. Так, прическа, как учит майор, должна быть как у него. Сзади голос, спереди как сзаду. Лосева, почему у тебя коленки на поясе? Что? Ноги из-под мышек растут? Не волнуйся, Лосева, в армии ставить на место. Вот, посмотри на Кузякина, посмотри. Нормальные армейские ноги. И стоять прочно, и рожать невысоко. Теперь учу, как правильно нужно носить противогаз. Надела противогаз, про губную помаду забудь. А то тут одна, Галя Культяпкина, несется в противогазе, губы накрашены, в бегудях, пальцы веером, маникюр сушат. Майор Ребров ее как увидел, уже третий месяц пьет димедрол со спиртом. Так, Кузякина. Кузякина, это ты? А ну-ка, выйди, Кузякина. Выйди из строя! Кузякина, надо сказать на кухне, чтобы тебе не выдавали никакого дополнительного питания. Вчера, пока ты залезала в танк, он три раза по швам лопался. Кузякина, запомни, обжора роет себе могилу ложкой. Пьяница стаканом, а майор Хоботов... Бабник, конечно, редкий. Так, ну, Вакуленко, кто тебе вчера разрешал голиком на крыше загорать? Кто? Что, что? Вертолетов налетела целая стая. Начальник штаба их еле разогнал из зенитки. Так, Алла. Алла Воронцова, ну-ка выйди из строя. Я говорю, выйди, Алла. Что у тебя за походка? Я ей говорю, Алла, как ты ходишь, а? Она говорит, нас так учили ходить, как модели. Коленка за коленку цепляешь, вроде сильно приспичило. Но взгляд отрешенный, вроде все равно никуда не успеешь.
Ой, тут из-за ваших вредных привычек у нас ЧП было. Рядовую Фокину поставили охранять знамя полка. Она на эту древко посмотрела и вспомнила, как до армии стриптиз работала. Полчаса по этому флагу елозила. А здесь как раз комиссия из генерального штаба. Два генерала фуражку потеряли, трое сознание. Остальные, стыдно сказать, забыли, как нужно правильно матом ругаться. Девки, чтобы все посводили свои татуировки. Ходите, как папуаски, в камуфляже. У одной вон, на всю спину, дракон. У этой китаец, Ван Дам. А у третьей, стыдно сказать, где. Просто надпись, товар сертифицирован. У половины взвода ногти по колено. А ведь с этого начинается Родина. Сидорова, скажи, что такое Родина? Ну что ты молчишь, не знаешь, Сидорова? Сидорова, Родина — это твоя мать, понятно? Вот так. Петрова, повтори, что такое Родина? Что? Родина — это мать рядовой Сидоровой? Девки, Родина доверила вам свой мирный сон. С такой армией, как вы, она рискует проснуться заикой. Ой, я не могу. Цапикова, прекрати свистеть, мужиков не будет. Слушай, Цапикова, что у тебя за кольцо в носу? Сними. А то одна дура из соседнего взвода повесила себе вот такое кольцо, как кольцевая дорога. А другая в потьмах подумала, что это от гранаты, и дернула. Знаешь, где потом осколки собирали? А теперь налево, шагом марш! Горя! Всегда мы сотворим маленькое чудо. Мы в гостях у Авдея Тарасовича Безродного, который проживает здесь, на Савеловском вокзале, вот уже 8-й год. Как видите, квартирка почти не обделана, но для этого здесь мы, квартирный ответ, и мы сделаем из нее конфетку. Наши мастера широкого профиля – Тесс и Жек. Для того, чтобы мы могли начать работу, попросим Авдея Тарасовича немножечко подышать свежим воздухом. Авдей Тарасович, вы бы погуляли пока, а? Ребятки, прогуляйте Авдея Тарасовича. Ну и, дорогие друзья, пока хозяин отсутствует, мы начинаем. Перед нами сразу же встала проблема низких потолков. Но наш дизайнер сумел найти эксклюзивное решение, и мы увеличили высоту потолков во много раз. Также мы разработали уникальное напольное покрытие помещения. Сейчас мы выполним оригинальную колеровку стен в сдержанном английском стиле. Ранее санузел Авдея Тарасовича был совмещен с Савеловским вокзалом. Но мы нашли решение. Поскольку вот эта стена в квартире несущая, мы расположили туалет с другой стороны. Чтобы в квартире никогда не было шума и пыли, мы предложили хозяину современные стеклопакеты. Thank you.
современное жилище может обойтись без спутниковой тарелки? Тарелка Авдею Тарасовичу. Сюрприз от нашей программы. И чтобы хозяину было всегда тепло, мы поставили эффективный внутренний подогрев. Сейчас прямо на ваших глазах мы установим систему кондиционирования воздуха. Пожалуйста. Ну, у нас практически все готово. Мы страшно волнуемся. Возвращается хозяин. Мы волнуемся, а вдруг ему что-то не понравится. Я думаю, все. Авдей Тарасович все устроит. Авдей Тарасович, заходите в вашу преображенную квартиру. Владейте. Вам нравится? Мы счастливы. И это еще не все. От нашей программы летний дачный домик для пикника. Я пойду. Вы куда, Авдей Тарасович? Я пойду. С такой элитной квартирой я могу приехать в более престижный район. К Ленинградскому вокзалу. Добрый путь, Авдей Тарасович. С новосельем вас. Ну что ж, дорогие друзья, пишите нам, и мы сделаем вашу квартиру хорошей, уютной и доброй. Будьте здоровы. За мной, мальчики. Дорогие друзья, сейчас вашему вниманию будет представлен удивительный, уникальный номер, память о котором вы сохраните на долгие-долгие годы. Этот номер называется «Смена декораций на сцене». Сейчас простые ребята, простые труженики сцены бескорыстно будут перетаскивать по ней тяжелые вещи. Давайте проведем это время с пользой. Ведь мы же еще не поздравили друг друга. 8 марта, 23 февраля. Вы же понимаете, лучше, чем вы сами себя поздравите, никто вас не поздравит. Поэтому сейчас, пожалуйста, повернитесь направо. Посмотрите, кто сидит справа от вас. Поцелуйте человека, сидящего справа. Если это женщина, то вы поздравите ее с 8 марта. Теперь повернитесь налево. Поцелуйте человека, который сидит слева от вас. Если это мужчина, вы поздравили его с 23 февраля. Что-то не видно радости на ваших лицах, как-то особенно так. Ну просто похлопайте того, кто сидит спереди, по плечу. Ну просто не по голове, по плечу похлопайте. Можете поаплодировать мужчинам, которые носят здесь эти спортивные снаряды. Они любят работать под аплодисменты. Видите, у нас здесь уже спортивный уголок какой-то образовался. Вы уже давно сидите, может быть, так сказать, небольшая физзарядка. Ну, давайте поднимем руки вверх, скажем. Ну, давайте поднимем, просто вот поднимем руки вверх. Так, повыше, потянемся. Сейчас можно, вам хотелось это сделать. Сейчас можно. И таким образом мы как бы обозначим цену на билеты сегодня. Вот так, ну, давайте, выше, 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 выше.
А хотелось, чтобы она была, да, вот, вот, пониже, пониже. Давайте, и снова выше. Кстати, знаете, как делают на стадионах, да? Помните, там такая волна сумасшедшая на стадионе, да? Она бежит. Мы будем снимать эту волну, а потом включим ее в самый неподходящий момент, как это бывает. Давайте. Я просто буду вот так вот показывать рукой по залу. Вы вскидываете руки, я веду вот так вот руку, а вы делаете волну. Да, договорились. Давайте попробуем, проэкспериментируем. Итак, начнем с этого сектора. Итак, руки вверх. Давайте. И пошла волна, пошла, 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 пошла волна, пошла, 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 пошла. Слушайте, если бы вы видели это зрелище, давайте еще. Ну-ка, итак, поехали. Ну-ка, опа, 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 опа. Слушайте, может, нам для вас надо было футбол просто сыграть, а, и все. Сейчас бы забили, и готово дело. Ну так, значит, спортплощадка готова. Давай, спасибо. Волну назад. В обратную сторону, прости. Я понял, я понял. Просто мужчина пришел на футбол, вы понимаете, да? Он знает, как это делается. Давайте, давайте, давайте. Итак, вот эта волна. Поехали! Виновник торжества, встаньте, пожалуйста. Вставайте, вставайте. Да, 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 вы, вставайте, вставайте. Это вы придумали, давайте вам поаплодируем, давайте. Браво, браво. А теперь еще вот так, вот так вот, вот так вот делаем. Вау, 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 вау. И вы как бы вместе с нами. Давайте попробуем. Вместе со мной. И... Дорогие друзья, вот это называется сумасшедший дом. Был бы доктор, забрали бы все. Ну хорошо. Так, сцена готова. Давайте начнем. Надо будет маслом смазать. Опечатка. Так. Взвод растудит твою через левое плечо. Стройся, на. Генератик. Добро пожаловать в камеру пыток. Здесь перед вами мои любимые орудия пыток. Жеребец, турникет и бублики. Товарищ прапорщик, вы ошиблись. Это конь, турник и кольца. Я тебя спрашивал, ты пиявка волосатая. Еще раз свой бункер откроешь, будешь висеть у меня на этих, на бубликах, как Жанна Дарка на кране. Итак, перед вами жеребец, турникет и бублики. С их помощью
Вы сегодня будете сдавать нормы ГТО. А сейчас я вам объясню, что означает ГТО. Готов к труду и обороне, товарищ прапорщик. Я тебя спрашивал, ты стропила говорящая. Ты за кого меня, дурака, вообще принимаешь, а? Запомните, долбочосы, ГТО означает «Готовься тапочки отбросить». И вы, дорогие мои, сейчас в этом убедитесь. Клянусь своей энцефалограммой. Кто это сказал? Наверное, комбат вспоминает. Тюй! Короче, клянусь, чтоб мне наяву самых страшных баб в мире увидеть. Ну! Мать моя казарма! Это что ж за батальон смерти такой, а? Товарищ прапорщик, разрешите облажать. Разрешите доложить. Рядовая Матрёна, рядовая Цветочек, по вашим приказаниям для происхождения службы прибыли. Дожили, уже старух в армию призывает, но... Теперь я знаю, почему нас весь мир боится. Итак... Начнем экзекуцию. Младший, уважаемый мною, сержант Аводисян. Я. Моя ты ласточка. Вам персональное задание овладеть конем. Есть. Ух, это джигит эстонский. Короче, не стесняйся, как у вас в Эстонии. Давай. Товарищ прапорщик, это не конь. Это кобыла. Да по мне хоть овца. Выполняйте приказ. Есть. Сезай. Товарищ прапорщик, что? Хороший конь. А я, конечно. Хорошая кобыла, жалко, скачет медленно. Да. Я тебя прошу, продай за ящик коника. Так точно, то есть это... Объявляю, что на сегодня сержант Аванесян нормы ГТО сдал навсегда. Разрешите идти? Разрешаю. Бьем марш, накрывай поляну. Ну, теперь переходим на упражнение на бубликах. Бетховен ты наш. Ну, я тебя предупреждал, что буду у тебя лично принимать роды. Давай, шуруй. Давай. Любимые мои бублики. Давай, давай, покажи класс, команда. Так, кучерявый, подмагни. Ахтунг! Auf Wiedersehen, Soldaten! Schnell! Такая басня у Крылова. Дураки бублики. Так это
что про тебя, а? Выкобенивается, властелин колец. Запомни, солдатик, ты секретное оружие нашей армии. Между прочим, вот если тебя в плен берут, сдавайся спокойно. Любой армии капец. Понял меня? Что сильно ударился? Сильно? Ножкой ударился. И ручка болит. Да? Немедленно лечиться на кухню. Два наряда вне очереди. Картошечку чистить. Шамач. Команда. Ну, а ты че стоишь, коротышка? Живо на турнике! Есть. Салабон. Ты что глазки строишь? Давай у пирог. Ты загибнулся! Кто ж так загибается? Отстань, на что ж ты загибнулся так? Ну, разве ж так можно загибнуться? О, цирк дебилов на гастролях. Так, сейчас с левой шагом марш. Левой, левой. Раз, два, три. Левой, левой. Раз, два, три. Здесь что-нибудь можем подтянуться, а? Я! Давай, герр Котовский. Jawohl, Herrschaft. Eins, zwei, eins, zwei. Achtung! Hände vor! Schnell! Eins, zwei, Polizei! Капут. Вот прислали моральных раздражателей. Что, марш на кухню? Три наряда вне очереди. Марта песней. Und Эльза баден in Flucht zurück. Марта und Эльза баден. Ну? Женщины. На вас одна надежда. Рядовая Матрёна. Я. Дуло от ружья. Да что ты говоришь? Бьём на турникет. Овладевай, так сказать, планкой. Что-то просит. На-н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 а. Эммануэль Сушёная. Бьём казарку, шаумарш. Будешь вокруг швабры своим безобразием вертеть. Да что ты говоришь? Господи, да ну что же ефрейтором не сдох? Ну что ж? Так, кто там еще осталось? Рядовая цветочек. Я! Я, я! Ну, тебя посадил челика. Не надо, я сама. Бабка, лучше сразу скажи, что не можешь. Это вы, мужики, ничего не можете. А мы, женщины, все можем.
Подавиться. Бабка, ты возбуждаешь во мне генерала. Я еще массаж делать умею. Нет! Рядовая цветочек. Я? Со мной в комнату офицеров шагом бегом. Марш! Спасибо. 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 Налево! И тебя вольное движение. То марш! Ты знаешь, Матрёна, какой у меня сейчас девиз в жизни? Какой? Ни дня без строчки. Оба. Вот так. Ты что, роман пишешь, что ли, Цветок? Какой роман? На машинке строчу швейный. Чё швейный? Да, свадебно платье шью. Ба, замуж собралась, вот это да. Это такого интересно. Сейчас еще не знаю пока, но, как говорится, готовь телегу зимой. Ага. А ты знаешь, я вот одного артиста знаю, у него тоже девиз «Ни дня без строчки». Тоже строчит на машинке? Да нет, на печатной машинке. Встречайте, Виктор Коклюшкин! Ай-яй-яй-яй-яй. Виктор Михайлович, слава богу, к празднику побрились. И выглядит ничего, видишь? Маленько поправился, гляди. Ничего. Сбодрись, сбодрись немножко. Давай басом. Они правильно меня объявили. Дело в том, что совсем недавно к нам пришел Виктор Михайлович Коклюшкин, вытащил этот листок и сказал: «Прочитайте моим голосом». Я спросил: «А что же это будет?» Он сказал: «Пародия». Я сказал: «Большое спасибо». И подумал, что есть в юморе такие голоса, которые несут в себе юмористический код. Один из таких голосов – голос Виктора Михайловича. И решил действительно попробовать. Нервные все стали. Еду в лифте. Женщина говорит: «В лифте не курит». Я говорю: «А я вам и не предлагаю». Она говорит: «Вы курите, а я ваш дым вдыхаю». Я говорю: «Я об этом не подумал, надо с вас 5 рублей взять». Психопаты. Ну, включил я электродрель в 2 часа ночи. Жена все просила: «Повесь полочку, повесь полочку». А вместо полочки сосед за стеной повесился. А другой сознание потерял, потому что сон увидел, будто ему зуб сверлят отбойным молотком. Психи. Никто не дослушивает. Сказал жене: «Ухожу, я ухожу». Оглянулся, она уже мои вещи собрала.
я на работу собрался. Психи. Говорю, мой рисунок в Третьяковской галерее. Никто не верит. Никто. А я там в туалете на стене кое-что нарисовал. Они не верят. Хамьё. Ну, сказал собаке фас вместо апорт. Ну, прохожий бежал 2 километра, прежде чем в колодец упал. Ну, чё орать-то? Я, что ли, этот колодец открыл? Я с другого крышку снял, капусту квасить. Психопаты. Ну, проехал я на красный свет. Чё орать-то? Если я столько выпил, что вообще думал, что еду в поезде. И ждал, когда проводник чай принесет. А когда увидел гаишника, попросил постельное белье. Идиоты. Медкомиссию проходил, врач говорит, закройте один глаз. Но я ему и закрыл. Чё орать-то? Ну, перепутал. Зато закрыл хорошо, у него глаз второй день не открывается. Психопат. В бане мужик выскочил из парной. Прыгнул в снег, а я дверь закрыл, чтобы не дуло. Чё орать-то? Если я по телефону говорил, он полчаса дверь стучал, кричал, что замерз. Пришлось его спиртом растирать. Только растерли, он попросил закурить, я зажигалкой щелкнул. Оказывается, спирт горит. Кто это знал? Кретины. У Галкина миллион никто не может выиграть. Потому что не догадывается ему половину отдать. Хоть он каждый раз намекает, у вас есть подсказка, 50 на 50. Я ему предложил 40, меня выгнали. Психопаты. Ну и принес я жене на день рождения торт. Ну, написал там год ее рождения, сегодняшний год, а между ними тире. Ну, я же ни на что не намекал. Чё драться-то? Нервные все стали из-за них. Нормальные люди должны страдать. Ужас просто. Извините, перепутали. Виктор Михайлович, что же вы не сказали, что вы с дублером-то работаете, а? Спасибо. В армии, помню, построили нас. Старшина говорит, кто знает японский язык, остальные пойдут копать яму. Я говорю, я. Он говорит, скажи что-нибудь по-японски. Я говорю, хусю-мусю. Он говорит, что это значит? Я говорю, хороший старшина.
Он говорит, выходи из строя. Отвели меня в штаб, а там японская делегация. Показывают на карту и говорят что-то. Генерал говорит, переводи. Я говорю, они спрашивают, сколько вы получаете. Генерал быстро говорит, мало. Но чтобы не разглашать военную тайну, скажи им много. Я подумаю, говорю японцам, хусю-мусю. Они глаза вытрясли. Генерал говорит, а, удивились самураи. Вышли из штаба, там танк стоит. Японцы показывают мне и говорят что-то. Генерал спрашивает, что они хотят. Ну, я подумаю, говорю, они спрашивают, покататься можно? Генерал говорит, ой-ё, у нас же горючего нет. Скажи им, что начальник штаба потом их на велосипеде покатает. Я говорю японцам, хусю-мусю велосипед. Они стали переглядываться. Генерал говорит, а самураи обрадовались? А полковник говорит мне подозрительно, как это вы однообразно переводите? Я говорю, так они же понимают. Полковник говорит, ну не может же быть у одного слова так много значений. Я говорю, а у нашего слова? Полковник говорит, только не надо произносить это слово вслух. А японцы показывают на ракетной установке, опять говорят что-то. Генерал говорит, что они хотят? Я говорю, пописать. То есть спрашивают, как она работает. Генерал говорит, просто пиф-паф. Я говорю японцам, пиф-паф и хусю-мусю всем. Генерал говорит, а, испугались самураи. А полковник говорит мне, а у вас диплом есть? Я говорю, конечно, там по-русски написано, японец. А японцы показывают мне и говорят что-то. Генерал говорит, что они хотят? Я говорю, чтобы такого отличного переводчика вы отправили к ним в командировку. Генерал говорит, там самим такие нужны. Переведи им, хрен вам, только культурно. Ну, я подумал, как это сказать, и говорю, хусю-мусю вам. А полковник подозрительно спрашивает, а сколько всего букв в японском языке? Я говорю, ни одной. Потому что у них не буквы, а иероглифы. Он говорит, а почему на моем телевизоре написано буквами Sony? Я говорю, чтобы всем дуракам понятно было, что он японский. Генерал говорит, а как по-японски будет давать дружить? Я хочу им сказать. Я задумался и говорю, хусю-мусю. Генерал откашлялся и с улыбкой говорит японцам, хусю-мусю. Тут японцы быстро засобирались и пошли к автобусу. Генерал говорит, что они? Я говорю, поражены боеспособностью нашей части. Он говорит, тогда понятно, а как будет, приезжайте еще. Я из последних сил постарался что-нибудь выдумать. Я говорю, хусю-мусю-сю-сю. Генерал помахал японцам рукой и крикнул, хусю-мусю-сю-сю. Японцы побежали, испуганно оглядываясь. А генерал посмотрел на меня и говорит, почему это хусю-мусю так часто у них встречается? Я подумал, говорю, что же вы хотите? Японцы! Спасибо! Есть у бабок мечта, ну така смехота, скопить деньжат и съездить в Нью-Йорк, Нью-Йорк. Мы в Голливуде, Мадрён, в кино сниматься пойдем. И первых 25 миллионов мы пробьем.
быстрей тащи чемодан. Сядем сейчас в аэроплан и полетим скорей, Матрён, в Нью-Йорк, Нью-Йорк. Ты русских Брайтон-Бич увидишь. Поговорим, я знаю идиш. И мы пойдем глазеть Нью-Йорк. Ой, гляди, Матрён, написано Бруклин. Там, наверное, бруки шьют. Батюшки, а улицы какие чистые. Наверное, Путин приезжал. А тебе какой американский артист нравится? Мне Микки Рурк. А мне Микки Маус. Дура, это же мышь. Ой. Постой-ка, Матрён. У меня ж командник кормлён. Соскучусь без ней. Без кого? Без буренки своей. Своих полей, грибов и клюквы. Без родины моей. Родина, поеду я на родину. Да пусть кричат родина. Прости, Господи. Зод? Стройся! О, я вижу, остались самые выносливые. Элита вооруженных сил. Молодцы! Служим родине! Ура, ура, ура! Молодец. Ну что ж, сегодня мы будем изучать танковый пулемет. Так как последний пулемет мы недавно пропили, потеряли на учениях, то вам наряд задание раздобыть пулемет. А где же его взять, товарищ прапорщик? А это ваши проблемы. Время пошло. Давайте. Что делать? Давайте. Найдем, я не знаю. Люди добрые. Откликнитесь, пожалуйста. Подайте танковый пулемет. Подайте по пулеметчику. Что боишься? Ты ж маленький для пулемета. Мы видим, что из администрации видим. Видимо, не пойдет. О, гляди какой! Гляди какой строй! Надо. Аппарат оставь, а то прапорщик может забрать. Пойдем, милый, вы похлопайте, что сидите. Иди спокойно, не суетись, главное. Спокойно, вот нормально. Какой хороший. Товарищ прапорщик, ваше приказание выполнено. Мои бойцы, кого угодно, понятно, уговорят. Здравствуй, солдатик. Как звать тебя? Тунгис. Забудь это имя навсегда. С этой минуты ты у нас Максимка. Фамилия твоё Калашников. Будешь сегодня наглядным пособием. Упор лёжа принять? Молодец. Вот что попорчил. Молодец. Черный вороненый. Итак, станковый пулемет состоит из станины. Ага. Под станиной расположен магазин.
Батюшки, магазин ничего, как супермаркет прям. Патронов много, на весь взвод хватит. Ага. Также у пулемета имеется мощный ствол и дуло большого диаметра. Раскрой ротик. Раскрой, не стесняйся. Так. Батюшки, 50-й калибр. Не меньше. Да, не меньше. С зубами. Значит, тут глазки туда так, вот так, взял глазки. Это самонаводящийся прицел, вот так, туда-туда. Запоминаешь? Я запоминаю. Так, вот это... Мушка. Вот это. Мушка. Цельца. Вот. Цельца. Ну, пока не получилось, ладно. Сзади пулемет крепится на три ноги, в данном случае на двуногие. Понятно. Так, а вот это приклад. Советую к нему не прикладываться. Там слишком большая отдача. А теперь выберите себе цель, пожалуйста. Самонаводящийся. Ну давай. О, молодец. А как стрелять, товарищ прапорщик? А там курок есть. Полземному противнику условный огонь! Отбой. Молодец, Максимка. Молодец. Ставлю тебе 5. Это лично от меня. Не надо, не надо. Не надо. Давай. Пусть похлопают. Похлопайте, похлопайте. Будущий прапорщик. На сцене лауреаты музыкальной премии «Греми отсюда 2004», постоянные участники хит-парада «Горючая десятка», победители конкурса «Веселые нотки» и «Луженные глотки», встречайте оркестр «Кривого зеркала». Раз, два, три, четыре. Я их научила. Ну что, я вас раскрутила, давайте дальше крутитесь сами, как хотите. А как не крутиться, кормилица? Я смотрю, ты умный больно. Вот и покажи, как крутиться, как шар голубой. Ку-ку,
за шар голубой. Это земля, дом наш с вами родной. И словно белки в большом колесе крутятся, вертятся нации все. И словно белки в большом колесе крутятся, вертятся нации все. Коля Бандурин, ты у нас самый круглый. Давай научи ребят, как крутиться надо. Крутится, вертится бедный Китай, их уже 2 миллиарда, считай. В общем, я так-то китайцев люблю. Вот если бы каждый мне дал по рублю. В общем, я так-то китайцев люблю. А если бы каждый мне дал по рублю. Предоставляется микрофон главному стукачу нашего оркестра Владимиру Данильцеву. Крутятся, вертятся янки давно, виски и тоник, тупое кино. А если кто по-другому живет, авианосец к ним в гости придет. А если кто по-другому живет, авианосец к ним в гости придет. Крутится, вертится финский народ, дело у них оно идет, им пока зубы почистит с утра, а уже снова лошиться пора. Им пока зубы почистит с утра, а уже снова ложиться пора. Крутится, вертится старый еврей, был молодым, он крутился быстрее, был бы еврей, не еврей, а узбек. Жил бы спокойно себе человек. Крутится, вертится Африка вся, здесь мужику расслабляться нельзя. Только что бегал по грешной земле, крутится, вертится на вертеле. Вертится и армянин, рынок без нас, как музей без картин. Пара любой может, чтоб мне не стать, снег эскимосу зимою продать. Пара любой может, чтоб мне не стать, снег эскимосу зимою продать. Крутится, вертится чукча в тундре, холодно, водка замерзла в ведре. Чукча ведро стал ногами пинать. Хочется чукчи за Челси играть. Подмосковье застроят у вас. Вот молдаване только мешают сильно, понимаете? Крутится каждый татарин сейчас, в гонке Дакар победил наш КамАЗ. Если татарин бы сел на коня, хрен вот Шумахер догнал бы меня. Молча севры наши бульбу едят, глазом одним на Россию глядят. Молча севры нашу бульбу едят, глазом одним на Россию глядят. Крути
Вертится русский Иван на печи. Вертится так, что трещат кирпичи. Думает, думу он каждую ночь, как бы всем странам на свете помочь. В него отражало самое больное, но не обижая никого. Отражало самое больное, но не обижая никого. Если где-то палку перегнули, не судите очень строго нас. Никого ни в чем не обманули, только правду и не против глаз. Никого ни в чем не обманули, только правду и не против глаз. И уж если честно, откровенно, положа ладонь свою вот так, нам приятно необыкновенно, что опять собрали мы аншлаг. Нам приятно необыкновенно, что опять собрали мы аншлаг. И сейчас, прощаясь, как обычно, от души хотим вам пожелать: пусть улыбка будет атипичной, и врачей не надо вызывать. Пусть улыбка будет атипичной, и врачей не надо вызывать. Если настроение плохое, не тревожься и не суетись. Просто вспомни зеркало кривое, и тогда все будет хорошо. Просто вспомни зеркало кривое, и тогда все будет хорошо. И тогда все будет хорошо. И тогда все будет.